как выглядит украинская ферма в Южной Африке и что здесь можно попробовать. На въезде вас встречает украинский флаг, и это все, что вы можете увидеть украинского на этой ферме. Сама ферма находится в райончике Стелленбош. Вам предлагается продегустировать 5 видов вина, 2 белых, 2 красных и 1 десертное, вместе с какими-то закусками в виде сырных тарелок и мясных тарелок. Несмотря на то, что я не люблю белые вина, там белое вино мне действительно понравилось, что не могу сказать о красном. Цены на этой ферме оказались примерно в 3 раза дороже, чем на других. За 2 дегустации, мясную тарелку и бутылку вина мы заплатили примерно 5000 рублей.